Завтра, 16 сентября, известный композитор Чувашии Николай Казаков отметит 55-летие. В преддверии юбилея наша съемочная группа встретилась с артистом. Один из основоположников чувашской эстрадной песни Николай Казаков родился в селе Турмыше Янтиковского района. В годы учебы играл в духовном оркестре. После школы поступил в Чувашский педагогический институт. Одновременно занимался в Чебоксарском музыкальном училище. В 21 год Николай стал лауреатом всесоюзного конкурса молодых композиторов. Начали мы первые песни писать тогда. Были у нас попытки в театре оперы и балета. Главной своей работой Николай Нилович считает первый чувашский мюзикл рок-оперу «Нарспи». Это была долгая и сложная работа, рассказывает композитор. Но стоило тех сил и времени. Мюзикл удостоился гранта президента Чувашской республики. Покорил зрителей своей красотой и живостью, отмечали критики. Ставили вот этот спектакль «Нарспи» Константина Иванова на тележках в поле. Деревенские люди приходили смотреть. А мы с Борисом стоим и думаем, а как бы вот заинтересовать, чтобы молодежь смотрела. На молодежь Николай Казаков делает ставку. Себя тоже считает молодым и готов к реализации новых планов и идей. Мне кажется, вот когда на сцене молодые артисты, это всегда приятно смотреть. Очень радует, с каким настроением они репетируют. Александр Иванов, Анастасия Лангина, Расиль Мухамедов, Республика.